Ленинградцы, железнодорожники, ветераны. Сегодня у вас большой праздник, а это значит большой праздник в городе Барабинске. Потому что, как бы мы не переименовывали наши предприятия, но День железнодорожника остается основным для нашего города Барабинска. На 1 января нынешнего года в сфере железнодорожного транспорта на территории города Барабинска было занято 2736 человек. И это самая большая сфера, где работают наши барабинцы. Но даже если мы не будем говорить по количеству человек, можно с уверенностью говорить, что это самое ответственное производство. И те люди, которые работают на железной дороге, это самые ответственные и значимые для нас, жители нашего города. Вы славны еще тем, что имеете хорошие и твердые династии. И ваша слава проходит уже теперь более чем через века. В этом году исполняется 120 лет начала закладки локомотивного депо. Сегодня, присутствуя в музее, мы увидели старую кладку локомотивного депо, которая была изначально из гранитного камня. Так вот могу сказать, что вы как те гранитные камни, ваша железная дорога, наша железная дорога, она вечна и она мощная. Я еще раз поздравляю вас всех с праздником, удачи вам, терпения вашим семьям, здоровья и всего самого хорошего. С праздником вас! Добрый день, дорогие друзья, конечно, замечательное мероприятие сегодня. У этого праздника, конечно, очень необычно, как и у нашей страны, очень богатая история. Вот 15 октября будет отмечаться 120 лет вашему локомотивному депо, а буквально 3,5 месяцами раньше, как правильно назвать, император всероссийский Николай II учредил этот праздник. Он его, к сожалению, приурочил несколько к иной дате. Он хотел увековечить память о Николае I, который построил первую железную дорогу в России. И в этот день, когда он учредил праздник, там как раз было столетие со дня его рождения. Вот, и он постановил, что теперь каждый год надо праздновать день рождения Николая I на всех железных дорогах. Собственно говоря, праздник был изначально этому посвящен. Вот, но потом, поскольку несколько раз там даты менялись, название праздника менялось, то постепенно все в стране забыли, когда родился Николай I. Вот, но вся страна знает, что в первое воскресенье августа мы отмечаем День железнодорожника. Это очень важно и для страны, и для всех нас, потому что страна, собственно говоря, живет благодаря железной дороге, сохранила свою целостность, и железные дороги, они связывают и воедино соединяют, и обогревают, и обороняют, и защищают нашу страну. Ну и, собственно говоря, мы все обязаны своей жизнью железной дороге, потому что ну, не было бы железной дороги, не было бы Новосибирска, следовательно, меня, например. Вот, не было бы железной дороги, не было бы Барабинска. В общем, поэтому мы все вам немного должны, даже скорее много должны и обязаны. Поэтому всем вам, в общем, большое спасибо за ваш труд, за то, что вы есть. Всего вам самого хорошего, успехов и благополучия. Спасибо.